Зарядись на все лето. В Саратове нашли бесплатный источник энергии. В Затоне рядом с пляжем команда радио Energy Саратов устроила пятничное автопати. Горожанам сотрудники компании предложили массу способов зарядиться энергией. В программе автопати конкурсы на любой возраст и уровень физподготовки. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проводиться до конца лета. Акция прежде всего направлена на то, чтобы пообщаться со слушателем не только по телефону и по смс-ам, когда люди интерактивят с тобой, передают тебе привет, а вот так вживую встретиться, поучаствовать, чтобы они поучаствовали в конкурсах, раздать в конце концов призы, узнать, как у них дела, слушают ли Радио Energy вообще в Саратове.